Здравствуйте, вот у нас уже годик, и что хочу сказать о тракторе. Сколько наехали, покажу позже, сяду в трактор. Какие работы проводились и что с трактором случилось? Вот самое большое, что приносит вред трактору, это навешивание, разбрасывание селитры. Вот посмотрите, что сразу вроде помыли, но все, что было посыпано селитрой, все обрабатывали, вот чистили полностью все. Видите, немножко такой цвет коричневатый. Это все было ржавое настолько, что вот даже покажу. Вот видите, что дает селитра для трактора. Необходимо, наверное, сразу смачивать все узлы, чтобы при попадении не было такого вот вроде новый трактор, а уже такая ржавчина. Что у нас, какие поломки были? Из основных поломок, ну, ничего такого не было. Там отлетали шплинты разные. Вот подтвердит вам уставший кот. Видите, даже не реагирует. Какой минус был? Год прошел и потек патрубок тосола. Надо поднимать капот. Видите, вот здесь потеки. Потек тосол. Так, обойдем сейчас трактор, потом пойдем внутрь. Вот у нас такая помощница Алаба еще есть. Девочка Грета. Итак, что там? Вот видите, не знаю, видите, потеки от тосола. Каждый раз мы проводили ТО перед началом работы, маленькое такое. Отвинтивали вот отстойник, сливали воду. И, слава богу, не было проблем с заводкой. Не зимой мы заводили, весной. Вот немного был лоб-шланг. Трактор немножко занесло. Надо будет помыть. Все как-то некогда. Что хочу сказать, не хватает очень музыки в тракторе, потому что иногда на поле стоишь, что-то ремонтируешь, и нужна хоть какая-то музыка, хоть послушать радио. Если вы купили трактор, сразу говорю вам, что надо покупать музыку. Вот такое уже состояние. Пыль невыносимая в тракторе, если вы знаете. Вот есть место под магнитолу. Надеюсь, уже купил, скоро поставим. Что наехало? Сейчас включим. Вот, 400 моточасов наехал трактор наш. Не знаю, мало ли, много. Также покажем, как заводится. Налякаем кошку немножко. Вот так работает. Так что трактор. Немножко собака не любит трактор наш. Вот такие вот дела.